Всем привет, ребят. Ну что, перед вами открывается берег Алжира. Ну, слава богу, мы туда не заходим. Имею такой опыт, ничего хорошего. В Тунисе, конечно, было в 100 раз спокойнее. Кстати, сейчас покажу вам бассейн, который я вчера сделал, намыл. Есть видео в ТикТоке, можете зайти посмотреть, как у меня ученик там тренируется. Ржачное достаточно видео. Так, но ролик, в принципе, не об этом. Ребят, сегодня я вам покажу, какой тут трафик и какие минусы имеются вообще в Средиземке, у берегов Алжира и Туниса. Поехали. Сейчас я уменьшу масштаб. Это, кстати говоря, тоже, да, проблема. Тут постоянно разговаривают, не обращайте внимания. В общем, видите, да, полным-полно судов, трафик достаточно плотный. Систем разделения здесь никаких нету. Вот здесь только есть, по-моему, здесь мы входили, была небольшая система. Сейчас. Да, вот она. Все, в принципе, здесь больше ничего и нету. Дальше суда идут хаотично, и это как бы проблема. Очень много встречных судов идет. Ну понятно, как и во многих уроках я говорил, вот идет судно своим курсом, вот, допустим, вот этот стат идет, он, посмотрим, как он. Ну, у нас с ним тут 4 мили вообще получается. Мы с некоторыми мили расходимся. Мы как идем, так и идем. То есть правыми, левыми тут неважно. Потому что если тут по правилам будешь расходиться, ты вообще не уедешь никуда. Потому здесь правила, в принципе, они особо и не работают. Вот слышим, да, тоже вызывает там Вилсон судно тут, вот, на 6-й канал. Вот, также они решают расхождение путем данным. Вот. В принципе, это и все. А, по поводу, да, если бы ввели здесь систему разделения движения, в принципе, наверное, было бы проще. Но они бы шли где-нибудь, ну, так далековато от берега, конечно. Но зато все двигались бы правильно. Вот, правильно. Но, скорее всего, вероятно, опять же, была бы большая толкотня в полосах, что тоже, наверное, ничего хорошего не привело. Как бы тоже сложно судить, ведь не зря их не делают. Либо, конечно, может, страны неблагополучные. Тунисия. Ну, Тунисия это более такая, да, спокойная страна, более развитая, туристическая. Вот, Алжир это совсем печально, по мне так. Поэтому в ближайшее время, я думаю, этих систем разделения не будет. Поэтому пойдете в Средиземку, готовьтесь к расхождению со встречными судами в основном. Ну, если у вас судно достаточно быстро, будете обгонять постоянно. Тоже наблюдение надо внимательно очень вести с обгонами, да. Вот, так. А нас все обгоняют, нам пофиг. У нас только в основном встречные суда. Мы вот за переход сюда только один раз нас мы обогнали судно. Ладно, надо закрыть дверь, а то у нас тут матросы еще снаружи не вымыли окна. You know, very hot man, different winter summer together. Very nice. 30 градусов за бортом. Так вот у нас моряки работают, ну, чтобы вода не попадала, говорит. Поэтому в зимнем комбезе плюс 30. Мы идем все утро, ребят, вот бункироваться там будем. Вот это почти в Гибралтаре находится. Там есть магазин, и не один. Как говорят ребята, будем закупаться всем необходимым. Но основные закупки вы знаете, наверное, догадываетесь, какие будут. Потому что некоторые уже 4 месяца без употребления данной жидкости, поэтому это будет первое, что нам нужно. Тем более бассейн есть, грех будет не отдохнуть, не пожарить шашлыков. А погода, как видим, идеальная, почти нет ветра. Все, ребят, всем пока.